Groovy. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Ori and the Will of the Wisps. Последний эпизод. Кажется, что последний. Нам осталось освободить сердце древа. Как там? Иву, как-то так называется. И нам с вами нужно 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 пучков. Ой, 7 пучков надо уничтожить. Давайте приступим. Можно сразу вниз пойти. Так будет проще, я думаю. Воу, погодите, стоп, вот сюда. Вот вниз. Правильно иду? Правильно. Стоп. Смотрите, нам можно вот там вот ухватиться. Или нельзя? Хорошо. Ага, вот здесь есть телепорт. Вот сюда. А сюда нам надо или не надо? Давайте пока... Ой, больно. Вот так. Я вот вижу... Я правильно понимаю, что я туда сейчас не попаду? Даже не касанусь. Да, окей, хорошо. Угу. Ну-ка, взорвись. Вниз ни в коем случае нельзя. Ой. О, блин. Смотрите, там шорткат. Ага. Окей, значит, вот у нас есть. О, ой. Неожиданно тут на нас напало. Давайте вот здесь подождем. Сволочь. Ну-ка, а мы можем? Сейчас вот так сделать. Нет. Тогда надо просто вниз, получается. Да, блин. Давайте-ка залечимся. Я так понимаю, сейчас будет очень жестко коцать. А, так. Да блин. Куда? Куда? А, вот она как. Вот для чего этот шорткат нужен был. Да я устал. Я устал коцаться. Есть. Первое готово. Не без проблем. Уже подыхали. Интересно, чем же все это закончится? К чему нас все это... К чему нас ведет игра, собственно? Давайте... Ради прикола, все-таки интересно, что же там наверху, к чему у нас телепорт этот ведет. Да господи, хватит. Ага. Вот так. Там руда. Вот так. Есть. Теперь у нас их 6, мы даже сможем какой-то квест выполнить. Что-то еще построить в деревне Мокки. Если мы туда еще вернемся. Мы должны туда вернуться по-любому. Не зря же мы нашли здесь руду. А че, не взорвался? Ага, значит, теперь надо здесь будет сохраниться и дальше. Да что-то не... Спасибо. Май гад.
Хорош, сейвка. Так, ну смотрите, можем... Я вот вижу, здесь телепорт есть. Но вот непонятно, как туда попасть. Надо будет сначала туда наверх пойти. Это у нас будет быстрый доступ. Опа, кстати, да, мы же можем эти штуки мочить. И это нас ведет... Туда нам не надо, но это быстро. Нафиг сражение. Скорей. Вот. Куда? Куда мы можем? Найн! Так, это будет лучами. Нет. Фу, вот оно, сердце. Да, не мешай. Упадок не дает нам пройти, Ори. Путь к Иве духов закрыт. Ну что ж, давайте, ладно, сначала в эту сторону. Ой, ой. Чуть не погиб. Вот здесь у нас... вот здесь есть телепорт вот сюда. Давайте им воспользуемся. Ау. Ну не успеваю я. Вау! Басяра! Нифига себе, неожиданно! Что делать? Стрелять по ядру стрелять, да? Да. О, неплохо. Погодь, вот он стреляет этими снарядами. Да нет. Все нормально, коцаем его, кстати говоря. Нет. А, он свою броню восполняет камнями. Давай, раз, два, три, четыре. Еще мимо пару раз выстрелим. Будет вообще клево. Что он теперь задумал? Обраточку. В обраточку. Да он же отмахивается. В целом мы уже половину ему сняли. Я думаю, он не такой сложный босс. Давай, 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 давай. Да, ну, да ладно. Ну, чуть-чуть же осталось. Вот так. Хорошо, это так. Не босса, просто решили напугать. А, собственно, это и уничтожает пучок. Это было разумное существо, разумный пучок зла. Ага. Давайте себя подлечим. Так, нам нужно наверх. Не так-то просто. А здесь аккуратненько. И вот так вот. Ну ладно, ничего страшного. Немножко хп сольем. Не беда. Чтобы вниз попасть, нужно вот сюда пройти. А потом... Вот здесь тоже, да, телепорт? Это телепорт. Но его нельзя сломать. А, да вы... Да вы... Вот, мы можем дорогу себе пробить. Так, что у нас здесь за челлендж? Ага. Надеюсь, эти лучи не смертельны, но я бы не хотел проверять. А. Наверх. Где я?
Погодите, куда нам нужно? Вот сюда, вот в эту сторону. Сейчас мы подгадаем момент. Раз, два. Подгадал. Сдохни, пучок, у меня много проблем из-за тебя. Итого, может, 3, да? Осталось 4. Так, и теперь вот здесь у нас есть телепорт. Прямо... О, какая сеть замысловатая, да? Оп. Ты-то что здесь делаешь, белка? Тут же стрёмно, жесть. Да пошла ты. Угу, вот она вот так хочет, да, с нами? А. Ай! Со всех сторон стоит огребать. Да что ж такое? Вот. Где мы? Да. Блин, надо подлечиться. Ой, как мы опасно стоим. Так, нужно подождать, пока она прокрутится. Я готов. Да блин. Пожалуйста. О, как меня бесит это место. Ты, боже ж мой. Что ты хочешь от меня? Что ты от меня хочешь? А, погодите, здесь же ветер дует. Понятно, это ветреное место. Просто жесть, как я бесился. Нет. Вот оно. Смотрите, там есть нечто. Руда. Я собираю все. Я абсолютно все собрал лучи. Здесь просто поближе, чтобы меня не придавило. Вот. 7. Ну, мы точно вернемся в деревню Моки. Хорошо, ты свободна. 1, 2, 3. Я вот все жду, что же мы сделаем в итоге... С криком. Будет ли босс-файт жесткий с криком? Мне бы хотелось, чтобы мы с ним в итоге подружились как-то. А что мы здесь делаем? Мы здесь просто должны вернуться обратно. Ай-ай-ай. Погодите, а правильно я делаю, что я иду? Неправильно, обратно. Да, нужно вот в эту сторону попасть. Вот сюда. Ну, мне почему-то кажется, что да, мы в итоге какой-то, не знаю, как-то подружимся с ним. И он такой, мы такие ему, он такой, ну да, что-то я психанул, бывает. Оп, оп, ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Мы можем взорвать как-то? Не можем. Значит, нужно будет найти какой-то снаряд. Ага, вот это куда ведет? А, вот сюда обратно. Хорошо.
Нам вообще как раз таки нужно будет сломать эту дверь каким-то образом. Ой. О, ты смотрите, как в портале петля. А зачем нам это? Стоп. Может быть, надо убить эту штуку? Нет. Нет, смотрите. Смотрите. Видите, вот он. Нам надо направить сюда снаряд в портал. И успеть еще, блин. Ой, он улетел. Ой, что это? А, все, петля пошла. Тогда его надо вот чуть-чуть наверх направить. Ты самому... Смотрите, что они сделали. Они сделали коррекцию траектории. Потому что иначе бы игрок задолбался это все. Нет, это не достану. Игрок бы задолбался направлять. Хотя я не скажу, что это было бы слишком плохо. Это было бы, да, такое сложное. Хоть я и довольно-таки казуальный игрок, но я люблю хорошие головоломочки. Надо вот сюда направить. Я слил. Я слил, друзья мои. Это обидно. Ладно, давайте еще разочек. Вот сюда. Да какого ж дьявола? Сейчас все получится. Что-то у меня просто пока что не получается. Вот. Надеюсь, получилось. Сейчас должно быть. Да. Да блин! Как сложно с этим. Пожалуйста, вот сейчас без слива. Ну, конечно же, я коцанусь. И еще две. Хотел пойти наверх, посмотреть, телепорт открыть. В итоге, в самую последнюю очередь пошел туда. Ладно, давайте... сюда, сюда и... Короче, две штучки осталось. Просто идем своим ходом. Как получится. Угу. Как-то так. Ау, ау, ау. Не без боли, друзья, не без боли. Все, хорошо. А, ух ты, здесь песок. Не ту кнопку нажал. Блин! Эта вода сразу убивает. Сразу и причем сразу насмерть. Давай! Куда мы можем? Блин! Есть крюк. Давай! Блин. Я путаюсь в руках. Вот пальчики путают уже, все. Ладно, мы добрались. Хорошо. Довольно-таки быстро. Мы, кстати, да, мы, кстати, хорошо. Сейчас эту локацию защищаем. Зачищаем, не защищаем. Хотя в какой-то смысле и защищаем, потому что мы хотим, чтобы здесь было все хорошо. Да, блин. Так, куда нам теперь? Это просто отсюда по-бырому свалить. Слишком много трудностей. Все. О, хорошо. Остался последний и... Все получается. Так, чтобы нам попасть наверх, я думаю, и так сможем. Да блин, ну, разумеется. Окей, значит, у нас здесь это непрерывная штука.
Нам нужно в портал попасть. Вот сюда. Стоп, есть, хорошо. Теперь портал вот здесь. Давай, цеп... Почему... Почему он не подтягивается? Смотрите, он не под... Он не подтягивается. Мразь такая. А! Так, хорошо, тут тоже надо выверить. Вот так, значит. А теперь куда? Блин, как заморочено все. А. Хорошо. Неплохо получается сейчас. Вот. А, все, добрались, наконец-то. Минут за 20 управились. Ну, а получается осталось время на эпичный босс-файт или погоню, либо что-то такое. Хорошо, пойдемте. Да, у нас открылся проход. Пойдемте. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что ж ты будешь делать? Куда нам надо? Вниз, да? Очень неизвестно, куда эта штука нас метнула. Погодите, а мы же можем сокращеночку сделать. Вот. Вообще можно не париться. Стоп, мы же здесь. Выйти. Надо сейваться. А, играть надо. О, я думал, это катсцена. Так камера отдалилась характерно. Правильно? Даже карта не открывается в этой местности. Вот она, вот эти корни. Что это было? Получилось, Ори. Вот она. Ива духов. В этот край вернется свет. Все беды исчезнут. Ну, конечно же, сейчас будет какой-то облом, да? Разумеется. Сейчас крик прилетит и устроит нам темную. Или как? Кстати, энергия потянулась, потянулась. Получается, энергия сама по себе хранится. Духи, да, летят. Они, сама по себе хранится в этих землях. Нужен просто такой, такой, знаете, контейнер, который все это аккумулирует. Все это соединит в одном месте. О, смотрите. Красиво. Храброе дитя. То, что было сломлено, снова цело. Сейр возродился. Видишь, у моих ветвей собираются их воспоминания. Как же долго духи ждали этого дня. Вот бы снова нести этот свет, но он больше не мой. Мое время пришло и ушло. Грядет новая эра. Что ж, дитя, этот свет теперь... твой. Чтобы взять его, нужно расти. Если хочешь спасти остальных, оставь прежнюю жизнь позади. Должен умереть? Слейся с Сейром, пусть свет озарит тебя. Береги эти земли, как берегла их я. Мы должны стать новым древом.
Ну не знаю, такой няшный, как-то ему не идет это. Пусть он лучше будет дитей. Нет! Тварина прилетела. Ну конечно. Она уничтожила свет. И чё? И чё теперь? О, мама! Бежим или как? Нет, не бежим. Все. Сражаться! Ау. Как мало мы тратим. Очень-очень прямо выстрелил он. Хорошо. Что это за стрельба была такая? А, да... Слушайте, целая куча атак на меня. Охренеть. Вот, давай, нельзя просрать шанс. Больше пучков. Раз, два. Хорошо, два. И это все? Это все, что мы ему потратили? Я не согласен. Слушай, а может быть... В сторону! Удар. Нет? Да, вот, можно комбо ему сделать. Хорошо, неплохо. Неплохо сняли. Нет, все пучки просраны, что-то наделало. О, спасибо. Справедливо. Но я все просрал, все равно еще раз давай. Что такое? Катсцена. Оу-оу-оу. Окей, я понял, надо бежать. А-а-а. Нет, стой. Не трогай меня. Прикольно, что босс-файт перерос в погоню, а не наоборот. Не трогай. Смотри, катсцена у меня все-таки. Песок. Хорошо, мы... Нет, мы не в безопасности здесь. С этой штукой мы вообще нигде не в безопасности. Опа. Мне нужно, мне нужно. Снова драться. Окей. А-а-а. Все, у меня закончилась энергия. Музыка. Она изменилась. Так, надо следить внимательно за этим. Опа. Так, а мне чем добить ее? Нечем. Блин, метеоритный дождь. Опа. Перепрыгнул. Она хотела меня кацануть, а я перепрыгнул. О, блин. Мне кристаллик какой-нибудь нужен. Наверх! Не успел. Все, это крандец мне сейчас будет. Да все. Еще один удар и все. Не хочу заново. А, мы здесь. Так. Хорошо. Пучки. Попал? Хорошо. Будешь знать. Да что ж такое? Как-то без предупреждения сейчас было. Я не увидел этой штуки. Да что ж ты косой такой? Хорошо, сейчас будет снова выстрелы. Давай, ну хоть какой-нибудь попади. Этот вообще. Нет! Есть, я перепрыгнул! Да блин, я забыл, что означает эта штука. Давай, на всю манну.
Наверх! Смог! Ау! Он еще и наискосок может лететь. Давайте поближе встанем, чтобы снаряды долго не летели. Ну, как-то уже так. Давай. О! Сам нарвался на ту штуку. Есть, перепрыгнул. Все равно задел. Есть! Ой, мой сладенький кристаллик. И еще разочек. Все, достаточно. Наверх! Смотрите, половину уже сняли. Так мало. Наверх. О, сейчас получилось, кажется, увернуться. Наверх. Есть. Блин, и никак не направить, да, на него, к сожалению. В сторону. Давай. Да почему я промахиваюсь? Как-то так. Хорошо. Давай, Крик. Это все, что ты можешь, да? Ух, ребята, такой эпичный босс-файт. По-моему, самый эпичный. Давай, есть. Немножко осталось. Пожалуйста, кристаллик. Наверх. И наверх. Кристаллик. Есть. Наверх. Ю-ху-ху. Да ты можешь подлечиться-то? Ладно, я хотя бы не коцаюсь. Все, можно менять. Опа! Нет! Он рушит мой... Он рушит! Да, что ж ты... Я не могу! Так, хорошо, лучше ячейку энергии потратить на восстановление. Сам напоролся. Да блин! Почему не прекращается? Что? Куда мне? Куда мне? Я вообще не понимаю, что происходит. Я не понимаю, что... Он просто всю почву из-под ног вытащил у меня. Да боже ж мой. Нет. Кажется, это такая фаза. Мы теперь должны будем просто отталкиваться от этих маленьких снарядиков. Да, блин. Так, внимательно следим, откуда он. Ага, он пуляет. Хорошо. Давай, попадай! Попадай! Можно прям вот эти снаряды в него. Главное не терять. Не терять что-нибудь, за что можно... Обо что можно оттолкнуться. Я вообще ни разу, да, не попал еще. Немножко осталось... Есть! Слушайте, ну вот это босс-файт, конечно. Мне даже землю из-под ног вытащили. Мы
всегда будем помнить закат. Хорошо, у меня ж прям сердце колотится. Где надежда померкла во тьме. Вот, я как раз таки забыл уже. Думал, все забыли про Ку. Где был кто-то тенью объят. А, кости, видите, вот эти костяные наросты. Ну, сейчас их сбросит, наверное, станет доброй совой, да? Блин, жалко так его, да? А, ну вот пучок света из последних сил. И Ори тоже, да? Все, подох. А, это мы должны встать. Это мы. Блин, он сейчас умрет. Кволок. Дух Кволока, да? Или нет, это жизнь перед глазами проносится. Другого пути уже нету. Мы должны взять свет. Иначе мы просто умрем, и надежды больше не будет. Вся надежда будет утеряна. Так а что, совенка-то мы в итоге не спасем? Нас обманули? Время пришло, Ори. Да, я ж думал, про него все забыли. Крыло.
волшебного света лучи указали мне путь невзначай. Мне? Кто это рассказывает? Путь тьмы, где меня звали Ори. Получается теперь, что как только это древо начнет испускать свет, то Ку, наш совенок, погибнет, и его совята тоже. Хоть это и обнадеживает все, что мы сейчас видим, но как-то грустно все равно. И необычно слышать такой голос. Смотрите. Огоньки, что блуждали в ночи. Прикольно, что на коре даже изображение смогло произрасти. Жизнь вдохнули в измученный край. Как Ори может говорить таким голосом? Так непривычно. Он вообще не говорил, но... Смотрите, это ж кто? Это кто-то сейчас, да? Отколется. И где-то там... В другом месте появится новый дух. То есть цикл пойдет вновь. Ori and the Will of the Wisps. Прекрасная игра. Что можно сказать? Конечно, с непривычки после первой части некоторые нововведения сначала казались, ну и воспринимались, как это типично вот бывает для людей, когда, значит, ты к чему-то уже привык, и ты видишь что-то новое, и ты такой... Не знаю я. Но в целом игра стала гораздо разнообразней. Это что касается геймплея. Эпик. Очень был масштабный эпик, я вам так скажу. Но вы сами это видели. Вот что касается истории. На самом деле история стара как мир, да? Противостояние добра и зла. Но мне нравится, что здесь, несмотря на такое довольно-таки детское мультяшное изображение и сеттинг сказочный, довольно-таки по-взрослому преподнесено все, поскольку нету истинного зла и нету истинного добра. Есть гармония, есть необходимое сосуществование, которое и порождает прогресс. В итоге есть много серой морали здесь. То, что несло зло одним существам, несет добро другим существам. И это прикольно. Прикольно, что в этой игре решили таким образом преподнести историю, что-то не казалось слишком, знаете, приторным. И еще прикольно, что она действительно имеет... Она вроде продолжение, но это приквел. Потому что в ходе исследования этого нового мира мы узнали прошлое, о том, как мы произошли. И узнали вообще, что, оказывается, все это время этот голос, это был, по сути, тот же самый Ори. Мы, наш герой. И вот это интересно, а это они с первой части запланировали? Ведь в первой части тоже был этот наратор, повествователь. Знали ли они с самого начала, что это голос Ори, переродившегося в древо? Народ, сейчас при монтаже вспомнил, что рассказчик в первой части рассказывал историю, обращаясь к Ори как «моё дитя». То есть это, скорее всего, был рассказ того самого дерева, которого мы спасали в первой части. Мне не нравится. Единственное, что с криком в итоге мы как-то не разобрались. Мы ему просто по щам надавали.
и отправили его к своим родителям. Не знаю, подыхай там с ними. Мне кажется, что это грустно, учитывая тон игры, что все равно все злое оказывается добрым. Просто обстоятельства такие. Мне обидно. Мне обидно, что мы не нашли для него места, для Крика. По сути, есть два существа на этом острове, которому так места не нашлось в наших сердцах. И в игре в самой, так сказать, где-то, где не могут спокойно обитать. Это Крик и Вой. Вой, волк, помните? Первый самый босс. Да. А, еще был жук. Ну и была просто мразотная скверна, которая Квалок убила. Вот тварь полнейшая, надо, чтобы она сдохла и осталась сдохлой. Вот такие вот мы добрые выводы делаем. Ну вот, просто про скверну это не показали ничего, что ее хоть как-то оправдывает. Крика оправдывает. То есть я понимаю, откуда ненависть в его сердце зародилась. Как-то так. Давайте дождемся, пока титры уйдут. Интересно, что будет там? Можно ли их скипнуть? Можно их скипнуть. Нету сцены после титров! Я думаю, была последняя надежда была, что Крик такой, ура, я стал красавчиком совой, и теперь мои нововведения, мои гаджеты, растущие из меня, это стало модным, и теперь меня все любят. Ну, хоть что-нибудь. И хоть что-нибудь, чтобы его край чтобы его край зацвел. Чтобы его родители были погребены достойно. Чтобы он пару яиц снес. Не знаю, высидел их и родил своих новых детей. И чтобы все пошло. Ну, какой-то вот все-таки хочется ему добра. Хочется искупления. Он искупил уже свои грехи. Он получил люлей. Вот хочется теперь за это награду какую-то. Все-таки жалкое существо. Но это такая игра. Такое решение разработчики решили предпринять. И мы это уважаем. Как я сказал, игра все-таки имеет взрослые темы. Взрослые подтексты. Огромное всем, друзья, спасибо, что смотрели. Я не знаю, сразу, я знаю, что сейчас пойдут комментарии. Где Hollow Knight? Давай Hollow Knight теперь. Я не уверен насчет Hollow Knight. Не помню, чтобы я говорил, что я точно в нее буду играть, но если я такое сказал, то я все-таки не уверен, что я готов сейчас вот сразу новое прохождение запускать. Надо немножко тормознуть. И, ну, либо найти какую-то игру, которую мне действительно хочется играть. Hollow Knight пока вот что-то, не знаю, наверное, для себя, наверное, я поиграю. И если поиграю, то расскажу вам, что я в итоге про нее думаю. Могу сделать даже какую-то нарезку. Не знаю, ничего не обещаю. Я сейчас плотничком занят комиксом. Мы сейчас разрабатываем платформу, интернет-платформу, на которой можно будет читать удобно. Я очень много крутых вещей придумал. Вот потом все, когда будет готово. Все равно пока карантин, о печатной версии речи идти не может. Поэтому мы хотим, пока есть время у всех, именно что-то делать. Я хочу сделать что-то интересное, что-то новое для себя и для мира комиксов. Не знаю, очень грубо, конечно, звучит, но хочу сделать что-нибудь интересное. И мы сейчас делаем очень прикольные вещи. Потом расскажу. Спасибо большое, что смотрели. Все, кто сейчас вот здесь, в данный момент со мной, знаю, что уже видео почти заканчивается, обычно все вырубают. Ну, не все, только доску свои остаются. И вот давайте, пишите в комментах вот сейчас. Добра Крику. Добра Крику. Если вот вы здесь, напишите это в комментах, что мы все желаем ему добра. И заодно я пойму, сколько нас смотрит до конца, кто из нас по-настоящему в доску свой. Я уже палю комментарии. Вот там, где коммент. Где лайк еще? Лайка бы тоже не помешало. И большое сразу спасибо всем, друзья. Такие игры вдохновляют. Хочется обнимашки всем вокруг бегать и обнимашки. Но поскольку мы дистанцируемся. Сейчас нельзя обнимашки. Может только такие. Вот так.
Всем спасибо, друзья, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, вступайте во все мои соцсети. Все ссылки будут в описании под видео. Зацените другие прохождения. Также будет описание, в описании ссылочки. Перейдите повсюду, вам будет интересно. А с вами был Юджин. И всем петюля, вы готовы? Раз, два, три и пять!